Итальянские инвестиции в экономику республики. Мариэл с рабочим визитом посетил председатель совета директоров банка Интеза Антонио Фалико. Банк Интеза – российский дочерний банк крупнейшего банка Италии, который работает в 40 странах мира, в том числе и в 25 регионах России. В ближайшее время в число этих регионов может войти и республика Мариэл. Собственно, с этой целью в Вишкаралу и прибыл глава представительства итальянского банка. Здесь он встретился с представителями власти и местного бизнеса для того, чтобы оценить инвестиционный климат в регионе. Оценка была положительной, и у итальянских инвесторов вполне серьезные намерения. Ну, прежде всего, инвестиции в области инфраструктуры, в области надежных компаний, которые имеют инновационный процесс. Естественно, для нас самая интересная ниша – это средний и малый бизнес, потому что, как вы знаете, структура итальянской экономики на 92% настроена на средний и малый бизнес. Отмечу, что предприятия республики давно и плодотворно сотрудничают с итальянскими товаропроизводителями. Италия для Мариэл – один из крупнейших партнеров по внешнеэкономической деятельности. И по итогам визита Антонио Фалико это экономическое сотрудничество должно еще более расшириться. Если до сих пор оно ограничивалось лишь торговлей, то теперь итальянские партнеры приходят в республику для того, чтобы вкладывать свой капитал в развитие местного бизнеса. Тем более, что экономическая ситуация в Мариэл и в России в целом сегодня куда спокойнее, чем во многих странах Евросоюза.